запустится, но вот один на один мы сегодня с Вархантером пробовали, никак. А чё кастом, давай ранкет. Ранкет? Ранкет ты здесь не найдешь, я сегодня пробовал. Так, Фомка, а, то есть я не могу тебе дать стрелочку. Как там пишется Думеча у нас? Здесь я справлюсь. О, я справился, отлично. Есть еще кто-нибудь у вас живой? Фомка, есть кто-нибудь из вашей команды? Все мертвые. Все мертвые. Давайте. Как я узнаю? У меня друзьяшек нету. У меня я форевер ролом. Фрилим какой-то. Давайте я попробую стартануть. Нет, подожди. Фили. Ставь, знаешь кого? Я даже не знаю кого. Кого можно позвать? Позвать такую. Не знаю, кто не ушел спать. А кто спать не ушел? Снуча Алекс, что не ушел. Так, кто там? Empire. Пол. Не, нету Алексича. Да есть. Он же как пишется. О, видишь? Во. Я воскресил одного. Нормально. Так. Значит что, ну попробуем 2 на 2 что ли начать, или Алексич? Алексич, Алексич, идешь? Так, надо по максимуму показать самые редкие. То есть что там у нас редкий, очень легендарный хеймер. Алексич не идет, ладно. Так, ну я стартую. Не знаю, начнется, нет. Так, ну ребятки, берите что-нибудь редкое и легендарное. А что легендарного есть? Ани, Тима, Бролов, Мунда, Трендамир, Хеймер, Тристана, Чогат, Кугмаф, Нуну, ТФ, Блицкран, Корки, Фидл. Ну ты вообще... Норм я выдал, да? Говори, кого мне пикать, я не знаю. Возьми... Хеймера. Фидла все видели-то, наверное. Чего? Фидла все видели, легендарный. Ну да, кстати, Думеч, возьми что-нибудь другое, что-нибудь опасное. Ну, кого редко видят? Ну что, джентльмен Чогата, наверное, не видели? Ну, может быть, там кстати. Корки, корки туда-сюда, корки видно было. Корки часто, да. ТФ, вот, кстати, легендарного ТФ я вообще ни разу не видел. Или видел. Чогата какой скилл? Чогат джентльмен, который в шляпе. Текс, возьмите кто-нибудь Хеймера, а кто-нибудь, какой-нибудь там ТФ, а ну бота можно взять, тоже редкий герой. Да, ну вообще никто не играет. Да, ну Хеймер это часть и гость, конечно, рангидов, особенно на ХЛ. Не, может сейчас игра не стартанется, так что. Кого брать? Бери, у вас Хеймер уже есть? Нет. Бери Хеймера. Алиен, Хеймер. Нет, поздно. У меня скорее не выбирается, у меня все зависло. Ну, Фомка. Все будут легендами. Да я нуб. Да сейчас еще, может, ничего не стартанется. А, сейчас еще выкинет, небось, да? А, не, пошло дело, нормально. Правда, у нас один не легендарный, но его можно за это простить. Так, ну Кас-1, а вы объяснили парню нашу страту, нет? Он слушает нас. А, он слушает нас, ну просто его скин не очень легендарный, на самом деле, но он вроде редкий. Так, мой скин самый легендарный, окей. Так, просто идем, показываем вам. То есть здесь переозвучка у нашего Мунда. 1 АП. И кидается он чемоданом. Если же не об этом скиле мечтал, окей. Ну, выходите на центр, просто покажем народу героев. Мы не будем здесь жестко что-то трениться. Привет. Привет.
Это что, кидаешься, я тоже могу. Оп, не могу, оказывается. Слышь ты, твой там потише. У меня хил и ревайв, так что ты не быкуй особо, я если что, возражусь. Так, нормально, мочи его, мочи чогот. Да, мы просто. Хил-то зарешал. Эй, еще один хил, это нечестно. Блин, сайленс. А, нету хп. ТТ, меня убили. Давай, Думеча, ты должен. Ты, это твоя команда, так что бери их под контроль. Так Фомка, этот ТФ, у него этот, ой, Эйс уже. У него изменена озвучка или нет? Что? У ТФ изменена озвучка? Озвучка? Да. Нет. А чё у него интересного? Плащ. Плащ? Да. Окей. Ну. Он 1700 стоит. 1820, как и все легендарные. Второй раунд, погнали. Ну что, давайте Хеймера, что ли, покажем и остальную фигню. Пока Аки не отобрали. Скин моей мечты легендарный. Так, сейчас резко создам. Текс. Позовите четвертого бойца. Кого? Ну а кто был сейчас с нами? Тоже ваш тиммейт. Ну сейчас он зайдет, если захочет. А если не захочет? Тогда он тебя сломает. Полностью. Запись включил. Запись я вроде включил. Да, запись есть, нормально. Давай твича покажу. Давай, я Хеймера тогда. Ну ты вообще. Ну Хеймера что-то никто не хочет. Непонятно. Придется мне. Кто еще брать? Так, ну ребятки, возьмите кто-нибудь там Нуну. Кто еще редкий-то? Ну, сейчас в комментах пусть напишет, что там. А, Twitch. Twitch, Medieval Twitch. А вот спрашивают этого Урф Варвика, Пакс Джакса, ну потому что реально редко их берут. Бота? Или демон? Так плохо слышно. Шака последний скин. Какого на Нуну брать скин? Чего? Какой на Нуну брать скин? На Нуну брать бот, Нуну бот. Блицкранк, ну Блицкранк вроде все видели. Джакс хоккеист тоже вроде доступен, нет? Опа, Урф Варвик. Так, ну чё, наши герои, которые слева, они доступны за 1820. Варвик и Твич, редкие скины. Твича дают за рефералов, за какое-то там нереальное количество. По-моему, за 500 рефералов его дают. Что-то типа этого. Так, главное турельку поставить. Озвучка та же у Хеймера. Или нет? Не, он вообще какой-то молчаливый. И необычная турелька. Это что у меня особо крутого, я не знаю. Какой-то плазмомет. Просто Twitch. Точнее, я всех забайтил, но Twitch из-за этого пострадает. Трохью. Нет, не бейте ученого! Нет! Нормально. Так, ребятки, у Нуну голос изменен или нет? Изменен. Окей. Ну хз.
Да. Спасибо, Варвик. У меня хз, что здесь? Такого супер клевого, конечно. То есть голос тот же, изменен Хеймер, изменены турельки. Но у него и в скине за 975 изменены турельки. Короче, не качайте рефералы, в полный бред. Ну и что это такое бегает? С ведром на голове. А голос тоже тот же? Конечно. Понятно. Так, ну давайте последний, что ли, заход сделаем для народа. Народ, давайте 4 героя каких-нибудь. Это у них все куплено, да. Олаф, Виси Трандамир. Майти Джакс. Просит Майти Джакса, потому что он не продается. Паксивир. Ну это же вроде доступно. Текс, Олаф, Амуму с пакетом на голове, Володю. А, Володя, точно, я же старый лысый Владимир. Текс. Джакс хоккеист. Давайте, короче, Джакса хоккеиста, Володьку. Я Володю возьму. Лысого. А, ну ладно, пусть Думеч берет. Я возьму что? Я Джакса возьму. Так, что там, с клюшкой, что ли? Майти Джакс. Да, Майти Джакс. Я так понял, Пакс Джакс, он продается на eBay, там что-то за 20, что ли, или за 30 баксов. А с клюшкой вообще редкий, не продающийся нигде. Олафа просит еще. Тикс. Кайли Риот фигня, по-моему. А, точно, Shift 1, Shift 2, точно хороший. Паксивир. А что за Паксивир? Короче, возьмите кто-нибудь. А кого я уже забыл? Забыл кого. Просит зомби Райза, Бролофа. Футболист. Ну, что-нибудь. Возьмите либо Бролофа, либо зомби Райза. Да, Бролофа много просит. Возьмите кто-нибудь Бролофа, пожалуйста. И. Китикет Катарина. О, Китикет Катарина, точно. Бролов и Китикет Катарина. И Ругат играл за Китикет Катарина. А, ну да, кстати. Так что, посмотрим. Ну, кстати, да. Пак Сивир. Вот Пак Сивир что-то очень много просит, я не знаю, что это за скин. Она же продается. Да? Тогда ладно. Где они этот клиент взяли? Где мы его взяли, не знаю, но отберут его сегодня. Это я знаю. Точнее, наши учетки. Как сказал админ ESL, учет кидается только на турнир. А, так Пак Сивир, ё-моё, так она же действительно продается. Лысый Владимир, который был доступен только до этого. Джакс тоже редкий. Да, я, кстати, такого Джаксика купил, по-моему, единственный красивый скин у него. Сивир сиськи, но. У меня есть Пак Сивир, вообще, ты про. Вот если у тебя есть этот Джакс, нет, Джакс, блин, я хочу этого Джакса, зачем я за него сыграл? Прикольный. Блин, пишу Риотом. Я скажу, что я стримлю вашу игру, я привел толпу дотеров. Я даже артефакт какой-нибудь куплю, чтобы быть сильным. Все, я иду с серьезными намерениями на лайн. Владимир на самом деле тот же, только лысый. Опять ФБ, я не могу подобрать топор Олафа. На тебе. Так, надо сюда встать для крупного плана. Не, прикольный скин вообще, вот. Джакс, конечно. Отстань, не попал.
Вот это страта. Блин. Владимир отомстил за меня. Ух ты. Бегающий бешеный Джак с клюшкой. Капитан, тащись. Капитан, я только был готов драться. Потопчем Фомку. Я же все сломаю. Полностью. Да, скин Джакса, конечно, вообще мега. Давай, Володя, тащи. Во, видите, мы... Возможно, меня... Блин, наверное, неудобно играть с таким приближением. Нет, Фомка, не бей меня, я хороший. Блин, никуда не прыгнуть. Я же тебе сказал, что я тебя сломаю. Полностью. Уже. Уже полностью сломали. Фомка, твой голос хотят на будильник поставить. А я чё не за против. Кэнди Кейн, мисс Фортуна. Никто не знает. Новогодняя. А, с этими что ли, с карамельками? Стой. Ты прям коллекционерский нож какой-то в команде. Да, Володька, тормози ее. Я так нечестно, он АФК. Главное вовремя выйти. Новый скин Эза, который еще не в продаже. Ну что, народ, покажем еще раз что-нибудь народу, или вы уже спать? Давай, пошли. Я тоже поставлю твой голос на смс-ку. Это жестко. Привет, мой друг. Тебе смс-ка. А, да, кстати, запись-то есть. Норм. Ребята, вы все... запись я выложу на GameZ, так что сможете поставить Фомку на звонок. Так, Эмма, Аня. Ну, это, по-моему, уныло. Эмма, Аня у меня, кстати, есть. У нас... стандарт на этой теме. В, как он называется, Champions Bundle. Эмма, Аню потом, если что, покажу. Она тем более некрасивая совсем. Китти Кэт Катарина. Так, Никита Коваль, посмотри, вот. С Иругатом. Третий. Вот. Заходишь в квалификацию КМ, там смотришь третий вот. И приходишь к успеху. Фила с тыквой на голове. Зомби Райс. Что за зомби Райс, я не понимаю. Давайте я покажу этого зомби Райза, я не знаю. Human Rise. Какие-то вообще все одинаковые скиллы. Ой, ууу, какой некрасивый. Так, просят легендарного Вейгера, но вроде легендарного Вейгера нету, насколько я знаю. Братья этого зомби Райза. Я возьму зомби Райза, не надо. Так, Грагас Дед Мороз. Так не, надо легендарных. Из легендарных что у нас осталось? Робот. Можно Блицкранк, в принципе. Легендарная это машинка? Да. Поппи с Чупа-Чупсом? А что, есть Поппи с Чупа-Чупсом? Покажите Поппи с Чупа-Чупсом, я не видел. Конфета есть, да. Лолипоп. Кейтлин в зимнем костюме. Странно. Фомка. Mm. До какого у тебя бан? Когда бан проходит? Чё? Когда бан у тебя проходит? А, не знаю. Через два дня где-то. Какой-то зомби Райс страшный вообще. Опасный.
Узнаешь после того, как с этим закончим точно. Хорошо? Ломка. Блин, ну, деятели. Две попи с чупа-чупсом. Это все, Алексич, виноват. Ломка. Что? Знаешь, после того, как все опять не закончим, хорошо. Точно. На мыло должно приходить столько времени. Или клиент зайдешь, там на О, прикольно, светящийся чупа-чупс. Ой, а чё это опять напрягает? Ты не посмотрел. Да, что-то не та карта, но в принципе без разницы. Ну вот вам зомби райд, смотрите на него. Любуйтесь на этого красавца. Ой, жесть, такой страшный. Вот это да, пока я любовался Райзом, хитрая машина его сломала. Нет, нет, злобный, могучий воин, не обижай меня. Ой, не того, ой, не того. Ой, еще и не ударил. Ревайв, бежим. В ралли поставили, это нечестно. Не, Поппи симпатичная, конечно. Фобка, стань, пожалуйста, лицом к фонтану, чтобы я показал народу крупным планом. Хм, прикольно. Шоколадка и чупа-чупс. Да, прикольная тема. Да, в лоре много интересных скинов. Я думаю, часть из них продается на eBay, часть из них не продается. Нормально. Опа-опа. Не, я хороший. Не надо мне туда. Ой, как меня впилили. Это лол. И, Алексич отдался. Ну ладно, по-моему, все мы с этими скинами показали. У Райза на одной ноге сапог, на второй ноге... Это как сапог в лоле тоже, один сапог на две ноги. Блин, дымчик. Вообще просто убийцы против нас играют, ничего не сделать. Мунда был, да. Ну ладно, тогда я пойду. Да, давайте, ребятки, мы уже довольно много показали. Спасибо за помощь. Давай. Спокойной ночи. Пока. Пока. Удачи. Ага. Ой, да. До свидания всем. С вами был 2К Хаус, Шурш, Думеча и Фомка. А также краешком Алексич, который не смотрит стрим и берет вторую попи с чупа-чупсом. Все желающие поставить голос Фомки на свой мобильный, отправьте смс на короткий номер +7 904 611 и так далее. Да, Джакс и Кис самый лучший скин, по-моему. Зря ли показал нового. Ну, все уже разошлись, я попробую один стартануть, но, скорее всего, у меня это не получится, потому что в этом клиенте в одиночку не стартануть.
Сейчас попробую, конечно. Фидла просили с тыквой на голове, я не знаю. Так, где тыква на голове? Не знаю, посмотрим. Так, Норт или Вест? Америка. С ботом. Я сегодня 5 ботов ставил, не получилось. Ну, сейчас попробуем. Если не получится, то... А, не, запустилось, смотрите-ка, лол. Нормально, сейчас я могу вам что угодно показать. Странно, утром не запускалось. Непонятно. Так, ну что, мы с вами сейчас посмотрим фидла с тыквой. И потом еще несколько героев, и потом я пойду на заслуженный отдых. Кстати, вы заметили, что очень быстро в этом клиенте все грузится? Что-то здесь оптимизировано. Вот вам фидл с тыквой. С разных, так сказать, ракурсов. Сзади, спереди, сбоку. Так, давайте звуки погромче сделаем. Не, ну звуки вроде те же. Ну вот вам фидл, в принципе. Indeed. Текс. Джурасик, чё это? Да, его, по-моему, нету здесь. Я не знаю. А Джурасик, чё это? Он, так он же уже есть в игре, ладно, посмотрите. Кейтлин, снежный скин, Блицкранк, футболист. Вейгер какой-то там. Несексуально неудовлетворенный человек. Артик Кейтлин из Рила. Пакс Джакс. Анивию и Олимпиады. Чего? Как-то жестко. Эза нового. Артик. Так, все за Кейтлин большинство. Это, пожалуй, я покажу еще трех персонажей. Первый из них будет Кейтлин. Так. Не то. Не то. А, вот, я понял. Я понял тебя. Так, Arctic Wayfarer Кейтлин. Вот это да, в шапке. Кейтлин в России, одним словом. Новые Эза, сиськи. Интересные предложения. Ну, это к вопросу о неудовлетворенных. Так, давайте сразу заказы на следующие два скина, пока грузится. Скин надо было Борисом назвать. Медведи. Ну, вроде норм. Более-менее. Это какой-то калашников с прицелом. Норм, она вращает тут. Так, большинство на нее смотрит сверху, давайте так смотреть. Не, ну в принципе прикольно, необычно. То есть если, например, Dragon Slayer Vayne сзади выглядит как обычная Vayne, то здесь что-то новое хотя бы. Что, может, ловушка какая-нибудь? Не ловушка, обычная. Так, Изика давай, нового, которого... Так, новый изрил нет в продаже, что ли? Я даже и не знал. По-моему, вроде есть. Так, нового Эза, нового Шака. Так, новый Шака точно есть. Доктор Шен. Хочу, нету, окей, если ты, надеюсь, ты не врешь. Изрил. Так, Пашка вроде играл за нового Изрила. Айс Тобоган Корки, что это такое? Супер Тима, Супер Тим, ну не надо писать, ну тоже два раза, а то в итоге еще и забаню, как-то нечестно. Не. Так, Винтер Вейгер, Джакс и Кист уже был, тем более это ж... Текс. Это легендарный скин, которого уже нету. Дей. Шена Демона. Стандартный скин Аши. Тим Спирит Анивия. Пакс Джакс.
Не игнорь меня, танго и Ева. Ну давайте, вот сейчас... Эза нет. Ну ладно, давайте Эза покажу. Это будет предпоследний герой нового Изрилова, который вроде как не гей. Так, Эза показываю уже, окей. Так, все, последний герой, ребятки. Это старое шоу на Первом канале. Давай, запускайся. Моргану, кто тут гей, он у тебя локит. Не, вроде не был локит. Так, на корке два легендарных скина. Да ладно. Давай, давай, окей, тогда покажу. Ну, не, хотя нет, все-таки этот. Он закрыт. Так, все, последний герой, который я вам покажу, вот предлагается тут корки, но все равно ваше мнение решает. Не будет скина. Че? Лол. Че за бред? Че за обманка какая-то? Сейчас покажу. Раз уже собрался показать, покажу. Ой, сколько у меня тупых реплеев будет бесполезных. Ну ладно. Create, start, yes, окей. Изрильчик. Да, жалко, что этот аккаунт отнимают. Гады. Но я бы сидел бы. Так, рещи, мужик. А, говорю же, его еще нет. Понятно, тогда ливанем. Кстати, вот обещанная кнопочка квит без лива из клиента показывает дополнительно за обман. Айс Табаган, он не легендарный, он с Олимпиады. Футболиста. Текс, понятно. Ну, значит, и здесь локет не будет нового. Да я понял уже. Давайте, ребятки. Ну, давайте, вместо Изрила кого-нибудь одного и... Блицкранк, футболист и Эза футболиста. Так, понял. Блиц футболист еще один. Дальше. Тима Новый год. Все так быстро. Да, вот насчет быстро грузится тоже согласен с вами. Это специальный турнирный клиент. Blood Moon Shen, Вейгер с Олимпиады. Ладно, Блицкранк футболист. Насовская 9. Не, Насовская 9. Это вообще бред, он же вроде доступен. Или недоступен. Так, Create. Кстати, я еще покажу исключительно. А хотя ладно, не буду. Так. Чего хотел? Старт, yes. Пол второго ночи, ребятки, уходите спать. Это будет все в видео, так что не парьтесь, спокойно уходите спать. Я это себе позволить не могу, такую роскошь, потому что клиент отбирает. Что за блицкранк футболист? Вот это что ли футболки? Это у вас блицкранк? Голкипер блицкранк, вот это да. Red card cut. Насовская 9, окей, расскажи про себя, да и потом как-нибудь. Корки Табаган еще один. Текс. Ну сейчас, короче. Old Side из... Old Side Zillion, что это такое, интересно. Так, смотрим на Блицкранк. Ух ты. Ну, короче, тот же Блицкранк, только на него одели футболку, я вам хочу сказать. И у него типа вратарские руки. Ух ты, вот эта штукенция опасная. Блицы, восьмерочка, риоты. Вот этот поворот. Похиляемся. Сейчас кину еще один крючок. Попытаюсь затащить Нексус под фонтан. Не получилось. Ладно. Джорваны, которые сделали после первого сезона, но это вообще бред. Любой может посмотреть. Корки, ладно, все. Кату футболистку. Че, Катарина футболистка есть? Блин, Кату или Корки? Вот сейчас. Так, ты уже писал или не писал? Ты не писал, кстати. Зивен только новогодний. Не, ладно, давайте. Ладно, все. Я человек добрый, я показываю вам Табагана Корки и показываю Катарину какую-то непонятную и ухожу спать. Так, Катарина. Ката. Катарина Локет. Чё там, чё за скин Катарины вы хотели? Red Card. Red Card Катарины вроде как, да, хотели? Кейтлин Шевершин уже была. Кату Red Card. Всё, окей, выбрал. Game about to begin. Да, всё, отлично. Сейчас я вам покажу Катарину, потом какой-то второй непонятный легендарный, вроде как скин Корки или не легендарный. Но я знаю, что Корки какой-то скин давали всем бета-тестерам.
Да, такая Катарина не для детей. Хотя что-то сверху посмотришь, то же самое. Ну, риоты любят рисовать арты, а... А, ну хотя спереди так что-то, что-то есть, только вот не кормят ее. Ну, это нормально, в принципе, что. Скин как скин. Только худая и 42 размер ноги, а так, в принципе, все норм. Так, ну что, последние корки? Как часы неправильно показывают, что вы мне говорите? Смотрим на мобиль. О, уже пол третьего? Да ладно! Вот это поворот. Мой компьютер уже который раз ослушался медведя. Причем, не, мне нравится стройный, но тут дело не в этом. Дело в том, что... Ну, короче, проблемы женской анатомии. Хром Рамоса бы замутил. Шла Катя. Да, часы неправильные, это, конечно, фейл. А, вот почему я сегодня на игру опоздал. Окей. Так, срыв покровов. Ладно, нету особых комментариев, поэтому беру корки и сворачиваю этот тест. Сколько из вас дошло? 484 человека. Сколько-то там ночи. Пол третьего. Так. Только напомните там быстренько, что за корки-то. Так. Уфо корки. Уфо точнее. Ну, то есть. Вот этот. Опа! Айс Табаган корки. Вот это да. С флажками. Ну что-то вот скины с флажками, они редкие. Вот мне нравится такой. Украинские корки. Текс. Некоторые скины простой реколор. Варвик тюлень есть, уже был. Каждый день комп время переставляет? У меня не каждый день. А, у меня раз в неделю. А, у меня комп по пятницам переставляет время. Ух ты, прикольно. Первый раз вижу этот скин, вообще ни разу не видел. То есть, большинство скинов я хоть по разу, но видел. А вот этот скин я реально вижу в первый раз. Ну, из впечатляющих. Блин, прикольно. Не, ну, я за корки вообще не играю, но Джак с клюшкой это, конечно, что-то. Кажется, что он движется быстрее, вам не кажется? А, ну то, что я приближен просто. Особо приближенная к императору. А где ракеты? Корки, ты давай признавайся, где ракеты прячешь. Прикольно. Усы шире, чем корабль, вы представляете? Чем самолет его. Ой, блин, ничего не показал в итоге. Не, очень красивый скин, ребятки. Мне лично очень нравится. Спасибо тому, кто предложил его выбрать. Давайте посмотрим даже, как он стреляет. Не такой красивый скин. Да, кстати, ну надо правильный часовой пояс просто выбрать, видимо. Текущий пояс зимнее. А, да, у меня зимнее время и... Надо просто... Непонятно, что можно сделать, если уже перешел на зимнее время. Ладно, неважно. Но по пятницам у меня происходит синхронизация, и прошлый пятничный хаос был у меня на час попозже. Так вдруг, неожиданно. Сегодня я опоздал на час. Ну, то есть на полчаса из-за этого. Смотрим, как стреляет этот опасный парень. Давайте вот справа выстрелим. Ух ты. Прикольно. Но! Вообще полет валькирий. Красотень, конечно. Рок-н-ролл какой-то. А, рок-н-ролл точнее. Ууу, тауэр, конечно, сломаю. Полностью причем. Как завещал Фомка. Да, красивенький скин. Да ульты, плиз. Пулемет. А, пулемет. Не, ну ладно, уже. Слушай меня больше, Вадим. Прокачай ульт.
Ой, ну ладно, ребятки. Вы, если бы вы мне не говорили, что сейчас уже полтретьего ночи, я бы показал вам еще пару скинов, но срыв покровов произошел. Ну, остальные скины часто показываются людьми, так что, в принципе, что? Самые редкие сейчас были нами показаны, остальные довольно часто встречаются. То есть, рандомиры часто покупают. То все. Ты же в Питере, да ладно. Так и знал. Время вроде правильно. Не, неправильно у меня время. Ну что ж, ребятки, всем счастливо. Особенно хочу передать особый привет перед финальным пока тем, кто сидит сначала. Я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто смотрел стрим все время, вот с первого включения, когда я еще комментил один, до того, как в эфир пришел мальчик. Был ли кто-нибудь? Блуднувшим. Я. Отлично. О, нормально, ребятки. Еще до того, как пришел мальчик, вы были. О, спасибо, ребятки. Спокойной ночи. Я. Ух ты. Прикольно. Как удлинить количество комментариев? Ясь, я не хочу. Если я покажу Язя настоящего, то придут родители и... Точнее, даже не придут, а сначала позвонят в психбольницу. О, ну все, мне очень приятно, ребятки. Я рад, что вы были со мной. Я, естественно, продолжу делать для вас стримы, видео. Будем надеяться, что демонстрация наших возможностей приведет к тому, что нас выберут, наш портал выберут стримерами ESL. То есть официально. Ну, мы и сейчас что-то типа официальных стримеров, но будем надеяться, что на важном турнире будет то же самое. А вот мне неприятно, не холодно. Включи батареи. Спасибо за трансляцию. Спокойной ночи. Ты знаменит, Хаос. Нет, да, нет. Мне очень приятно, ребятки.